Че, немножко бомбежки? Немножко бомбежечки, да, надо какой-нибудь там дестабилизатора, дестабилизирующего. Рабов не развожу, в смысле? А что с рабами не так? У нас с рабами вроде все отлично. Так, ну что, сейчас начнется суровый дроп чего-то, что дестабилизирует обстановку. Я думаю, вы в курсе чего. Нет, так они могут периодически хаотично побегать по кристаллам. Как бы, ну, как бы норм, ничего страшного. Типа, когда у тебя вот уже много рабов, уже особо без разницы, как они у тебя там разведены. Срочно. Чатик что-то сбился на телефоне, надеюсь, сейчас вернется. Но остается надеяться, что... Блин, он нашел мою проксю. Надеюсь, что он сильно не обратит внимания. Досрочно новый завод строить. Короче, будем играть в скрытые заводы. Поехали. Так, ну как минимум мы тут немножко в курсе происходящего. И первый залп! Так хотелось в 3D. Так, все. Видим, куда викинг полетел. Значит, мы летим на эту базу.
Ух. Что, будет хоть один удачный залп, или он меня все просто, ну, карает? Мне нравится. Сейчас главное правильный угол выбрать, смотрите. Давай! О-хо-хо-хо! Да, я вам скажу, это было жестко. Это было жестко. Просто правильный угол. Так. Так, надо главное отсюда ничего не пропускать. Поехали. Ой, сейчас будет залп. Ой, сейчас будет просто залпище. Смотрите, смотрите, смотрите. Он просто сейчас на секундочку буквально отвлечется. Да! Черт! Дружок! А он неплох. Как я говорил, важно угол. Ой, отвлекся на секундочку. Ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, все почувствовали, да, немножко. А-а-а, разлетел! О-о-о-о-о! Пожалуйста. Опять угол. Самое главное — это правильный угол. Опа! И теперь делаем. Так, нам сейчас самое главное сделать защиту. Ой,
Потому что мы сейчас будем делать секретнейшую атаку, короче. Просто вообще будет дичь. Так, смотрите. Смотрите, он собирается выходить, походу, в атаку. Смотрите. Главное все подсчитать. Слепую. Не угадал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Он же должен был пойти, да? Где-то тут его армия. Да, вот она. Ой, сейчас будет. Сейчас будет залпище. То, что он стоит тут. Происходит просто. И, короче, и самый-самый жесткий залет, смотрите. Последний. Дестабилизаторы мне больше не нужны. Последний влет. Это влет называется минус вторая база. Тут у нас теперь пост. Так, где мои силки? В атаку. Все, мы будем посылать теперь волны атаки, как в доту. Пожалуйста, не убивай! Черт, он порубил меня здесь. Он убил эту базу. Сможет ли он справиться с напором этих зелков? Смогу ли я поддерживать продакшн на должном уровне? Это вопросы, на которые никто пока что не знает ответа. GG.